Никакого гегемона быть не должно, если мы хотим развиваться и дальше, и избегать вот этих самых плохих тенденций, этих конфликтов, этих взрывов, этих войн. Давайте вспомним, когда Советский Союз, да, закончилась война, мы же от себя отрывали, везли эшелоны с хлебом, да, хотя в самой стране в 46-м году был голод, неурожай и так далее, кормили тех же немцев, да, тех же чехов и тому подобное. На что надеялся Сталин, раз уж мы этого коснулись? На дружбу Соединенных Штатов Америки и Советского Союза. Естественно, Трамп все это понял, как разумный человек, он понимает уже, что к чему, что, какие ошибки он допустил, из чего не надо делать, когда он станет второй раз президентом. Поэтому он стал в 100 раз опаснее, чем был до того. И ему выкатили, как сам Янукович признавал, 750 страниц требований, которые Украина не соответствовала, которые должна была выполнить. Это та еще Украина. До войны. Вадим Алексеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Текущий год, он показал, что мировая обстановка, она все-таки, наверное, имеет тенденцию к ухудшению. Если на начало года мы имели один горячий конфликт, речь об Украине сейчас, то в октябре вспыхнул и второй на Ближнем Востоке между Палестиной и Израилем. А как вы считаете, чего нам ждать в будущем году в плане мировой обстановки? Она и дальше будет ухудшаться или все-таки будут какие-то положительные тенденции? Ну, мне кажется, что все-таки не такая уж четкая тенденция к ухудшению. Потому что помимо тех конфликтов, о которых вы упомянули, есть же и положительные тенденции. Очень серьезно набирала мощь движение БРИКС. Очень серьезно закрепился и получил импульс к развитию союз Беларуси и России. Укрепляется ОДКБ, несмотря ни на что. Экономики наших стран, я имею в виду в первую очередь Беларусь и Россию, не только выстояли под беспрецедентным давлением санкций, да, как бы Запада со всех сторон, выстояли и даже развиваются. Ну и самое главное, выстраивается линия к многополярности. Мы окончательно избавляемся от монополярности, от того как бы гегемона, так скажем, или царя горы, или там, я не знаю, как угодно называть, империю этих Соединенных Штатов Америки, которые оказались абсолютно неспособны. Ну, вот мы, если мы возьмем даже с вами предыдущие периоды империи, да, то те продержались как-то дольше, начиная там с Римской империи. Тут не продержалась фактически 20 лет эта гегемония, хотя, казалось бы, у нее в Соединенных Штатах Америки есть как бы у них есть все возможности для этого. Но, что называется, не в коня корм, и ситуация сегодня такова, что уже всем абсолютно очевидно, что никакого гегемона быть не должно, если мы хотим развиваться и дальше, и избегать вот этих самых плохих тенденций, этих конфликтов, этих взрывов, этих войн, этой крови и прочего-прочего. То есть для того, чтобы выстраивать международные отношения, их надо ставить на истинно демократическую основу. А для этого необходима многополярность, многополюсность, если угодно, полифония, да, и разнообразие. Я бы сказал так, есть такая хорошая философская формула: единство в многообразии. Ну да, вот вы сказали об этой, ну уже, наверное, очевидно уходящей гегемонии США. И ведь действительно, ну если взять прошлый век, например, то равновесие в мире-то поддерживалось по большей части, как я понимаю, за счет того, что было два центра силы, то есть США и Советский Союз. С развалом СССР вот этот вот центр остался один. И ответственность за все вот эти вот конфликты, которые вспыхивают то и дело по всему миру, несет тоже США, насколько я понимаю. Вот этот так называемый мировой полицейский, который со своей ролью полицейского не очень-то справляется. Но здесь вопрос в другом. Как вы считаете, насколько мы вообще близки к этому многополярному и более справедливому миру? Потому что речь об этом идет уже относительно давно, но США еще худо-бедно свою гегемонию сохраняет. Ну, если на этой гегемонии заканчивается, да, то это уже не сохранение, а попытка удержать. Давайте сформулируем более точно. Удержать не удастся, еще никому этого не удавалось делать, потому что если уже что-то такое уходит, да, то оно уходит. Да, и let him go, да, вот те же американцы говорят, дайте ему уйти, и так будет лучше и легче.
Ну, сегодня американский истеблишмент пока что не осознал, что так лучше поступить для самого же американского истеблишмента. Он судорожно цепляется за эту свою призрачную гегемонию. Но возвращаясь к тому, насколько мы близки к многополярности, это более серьезный вопрос. Вы знаете, я как бы давненько занимаюсь не только практикой, но и теорией международных отношений. И могу сказать одно, что многополярность – это пока что только мечта. Вот ее практически никогда и не было. Всегда мир действовал на уровне двух полюсов. Вот если вы возьмете там дипломатию Киссинджера, да, он значит, как бы берет исторический экскурс, да, вот этот его здоровенный талмуд, он везде доказывает, что биполярность или баланс сил – это всегда опасен, он ведет к конфликту, да, поскольку это конкуренция, и всегда лучше монополярность. Но это он выстраивает такую цепочку, потому что это было еще в 90-е годы, когда он доказывал необходимость американской монополии. Но как раз все с точностью до наоборот. Когда была, скажем, Римская империя, то и вызывало это все сопротивление, да, и у Римской империи в конечном счете не хватало сил удержать то, что она захватила. Потом была империя Карла Великого. Та же самая история. Да? И это немецкое государство, да, Карла Великого, оно потом было раздроблено. То есть, опять же, оно не смогло удержать, да, вот то, что захватило. Вот это абсолютно сегодня происходит с теми же Соединенными Штатами Америки. Они захватили, да, и они не смогли удержать. Есть такая латиноамериканская поговорка: удав проглотил больше, чем смог переварить. И удав умер. Вот мы сегодня видим, что удав умирает американский, Соединенных Штатов Америки. Вопрос, что будет дальше? Будем ли мы дальше играться в эту игру? Монополюс или там, кстати, два полюса? Я думаю, что многополярность – это действительно та перспектива, которая позволит нам учитывать интересы разных регионов, разных государств, разных центров сил. Но для этого и сами эти и регионы, и центры этих сил должны созреть до понимания, да, и необходимости такого большого баланса, такой полифонии. Прежде чем это настанет, я думаю, должны произойти серьезные социально-политические изменения. Должна быть изменена система власти вообще. Вот то, что мы сегодня с вами имеем, да, буржуазную демократию, так называемую, опять же, она абсолютно себя дискредитировала, она уже сегодня не работает. И нужна новая форма правления. Я думаю, что, если уж так забегая вперед, с моей точки зрения, это будет народная демократия. То есть потихонечку человечество должно двигаться к самоуправлению. Тогда государства будут не искусственно сжиматься, да, под воздействием каких-то либеральных идей, да, и так далее, чтобы этим сжавшимся государством воспользовалась какая-то группа там, богатых людей и подмяла его под себя. Нет, государство будет просто передавать часть своих полномочий самоуправляющимся группам лиц. Ну, то, что мы сейчас называем гражданским обществом, но не в противостоянии с государством, а в общении, в сотрудничестве с государством. Вот эта модель. Но согласитесь, Андрей, что к этому мы пока еще даже сознательно не все подошли. К сожалению, да. Да. Вот. Поэтому я думаю, что этот процесс займет лет 50. Вот тогда по-настоящему мы заговорим о многополярности. На сегодняшний день я вижу такую ситуацию, что сначала возникнет биполярность, потом три полюса. И когда эти процессы будут происходить, наша главная задача сделать так, чтобы это не было конфликтное, да, распределение ролей. Для сего нужно создать некую организацию международную, некий форум для общения, для обмена мнениями и так далее. Выработку каких-то международных законов, не правил, как некоторые американцы, да, которые легко меняются, а международного права. И так далее, и так далее. То есть вот создать некую, ну, скажем так, среду благоприятную для именно мирного перехода к многополярности. Можем ли мы сказать, что на такую роль претендует БРИКС, ну, в перспективе, во всяком случае? Не только именно из БРИКС, да? То есть давайте так, если это БРИКС, так, то она станет глобальным центром. Посмотрите, где БРИКС, да? Россия, Китай, Индия, Южная Африка, да? Еще и Латинская Америка. Все, это вообще-то все. Так, в каком-то смысле, да, это такой прообраз будущего устройства, вот этой многополярности. В этом БРИКСе и так уже есть многополюсность. Почему она сегодня так легко, ну, грубо говоря, объединяется? Потому что есть общий противник. Это Соединенные Штаты Америки. Это бывший богатый там Запад или там Север, как угодно это называйте. Поэтому сегодня
в этой борьбе за свободу, за самостоятельность, за суверенитет выработается дружба, кооперация этих государств. И тогда, исходя из этого, мы можем предположить, что и при перераспределении ролей, да, как говорится, вот как бы эта семья, когда начнет как бы немножечко, ну, как вот семья выросла, да, там, сыновья женятся, дочери выходят замуж, но они сохраняют семейные, да, теплые отношения. Каждый уже живет своим хозяйством, да, каждый уже сам себе центр, но при этом они объединены семейным, да, каким-то неким пафосом. Вот примерно так мне это и видится. Вы абсолютно верно подметили. БРИКС – это один из вариантов, да, плацдарма для будущей многополярности. А что будет, вот, хотелось бы узнать ваше мнение, с такой структурой, как ООН? Ее постигнет судьба Лиги наций или она все-таки будет существовать параллельно вот с этой некой будущей более справедливой организацией государств? Значит, давайте вещи называть своими именами. ООН – это организация порождения, значит, Второй мировой войны. Страха перед войной, перед повторением этой войны. Почитайте устав, значит, мы там написано, да, мы должны, задача устава избежать, да, как это, уберечь succeeding generations, то есть будущие поколения, от войны. Это преамбула, да, это в уставе. То, с чем они не справились. То, с чем они не справились. Почему? Потому что, ну, это красивые слова, удерживать это должны были, конечно же, не сама Организация Объединенных Наций, а те государства, которые составляют ее суть, которые ее создали. Это члены Совета Безопасности, да, это члены, грубо говоря, антигитлеровской коалиции, те, кто победили, да, в войне с гитлеризмом, с фашизмом, избавили цивилизацию от гегемонии какого-то одного там государства, от этой самой монополярности, за которую сегодня, кстати, борются Соединенные Штаты Америки. Но ситуация заключалась еще и в том, что баланс сил на полях сражений, он не отражал соотношение сил в сфере экономики. Давайте так, Советский Союз вышел из Великой Отечественной войны, из Второй мировой войны, сильнее, чем он в нее вошел. Значит, это была самая мощная армия в мире. Вот если бы захотел Советский Союз, он мог бы захватить любое государство, да, решить любую проблему. Ну, скажем, представьте себе, это глобальная, гигантская стратегическая операция по переброске, значит, из-под Берлина советских частей на Дальний Восток, и там уничтожается квантунская группировка, да, там, двухмиллионная и так далее. В две недели. Тот же Жуков, говорят, предлагал Сталину взять Париж. То есть эта тема обсуждалась. Мир бы, конечно, был по-другому, да, устроен, если бы это было. То есть тогда не было ни одной силы, ни Соединенные Штаты Америки, ни Англия и так далее, которые могли бы противостоять этой мощи, которую мы накопили военную. Но у них были такие планы, помните, операцию «Немыслимая»? Это у них были, да. В том-то дело, что они-то планировали, это Черчилль, да, придумал, да, «Немыслимый», да. И практически переход от одной войны к другой начался уже в... Давайте, сама операция Sunrise Crossword, да, это сепаратный сговор с какими-то там представителями Вольфом, там, или еще что-нибудь, грубо говоря, с Гиммлером, с фашистами. Это уже попытка, да, создать предпосылку для будущей войны с Советским Союзом. Поэтому, если бы, может быть, и осуществился бы тогда этот план Жукова, может быть, мы имели бы более, да, как бы, сбалансированную сегодня ситуацию внутри Европы. Но Сталин ему тогда ответил очень просто. То есть Жуков смотрел на это с точки зрения чисто военной. Есть возможность, почему бы не сделать. Да? А Сталин ответил, взять-то можно, а вот как будем удерживать? Вопрос не в том, чтобы даже удерживать силовым способом. А просто давайте вспомним, когда Советский Союз, да, закончилась война, мы же от себя отрывали, везли эшелоны с хлебом, да, хотя в самой стране в 46-м году был голод, неурожай и так далее, кормили тех же немцев, да, тех же чехов и тому подобное. То есть мы потом начали спонсировать, да, поддерживать эти государства. Я сейчас об этом, конечно, никто не хочет вспоминать. Это по понятным причинам. По понятным причинам, это ему стыдно. Но, значит, приходилось бы, значит, каким-то образом и Париж бы также поддерживать, да, и так далее, и тому подобное. Это все не... То есть Сталин отлично понимал, что есть некие, да, как бы вот соотношения, да, которые, ну, просто-напросто нельзя перескакивать. И он надеялся, на что надеялся Сталин, раз уж мы этого коснулись, на дружбу Соединенных Штатов Америки и Советского Союза.
Вот спайка, да, пара Рузвельт-Сталин, это было очень серьезное. Я вам скажу так, что вот и Второй фронт, и прочее, был открыт в противодействии совместным Рузвельта и Сталина Черчиллю. Черчилль все время это пытался подрывать, оттянуть и так далее, и так далее. Рузвельт понимал, как гениальный политик, да, вообще уровень, конечно, этих трех великих людей совершенно несоотносим с современными политиками. Так вот, Рузвельт отлично понимал, что Соединенные Штаты Америки не смогут единолично управлять миром, хотя такая возможность как бы открывал. И ему нужен был партнер. И партнером он таким видел именно Советский Союз, Сталина. По, не только по личным соображениям, там я сейчас не буду вдаваться. Ну, вы на карту только посмотрите, и вы поймете, о чем идет речь. Но Рузвельт умер. Может быть, его убили. Там 12 апреля 1945 года. То есть буквально, когда надо было уже решать все вопросы, да, распределять роли и так далее, и так далее, на его место приходит Гарри Трумэн, которого ему навязали. Это был противник Рузвельта, который, грубо говоря, ну вот я сейчас постучал по столу, вот с таким примерно звуком у него в голове продвигались мысли. Да? Он был такой, значит, такой американский дуболом, хоть и был как бы профессором математики. И он русофобом был страшным и так далее, и так далее. И вот то, что накопил Рузвельт, он все это уничтожил. Я читал воспоминания Бережкова, личного переводчика Сталина, да, в тот период. Он рассказывал о тех вещах, которые были секретны, договоренности, да, на личном уровне. Обещал Рузвельт примерно 11 миллиардов долларов в течение 5 лет на подъем экономики Советского Союза, разрушенного. Представь себе тогда в ценах 11 миллиардов долларов, это цены 1945 года. Я даже себе не могу представить, какая это сегодня была бы сумма. На сотни идет счет. Ну, сотни, да, тут может быть и по триллион и так далее. Ну и Рузвельт мог себе это позволить, потому что тогда было огромное количество. Грубо говоря, американская экономика тоже ему была выгодна. Американская экономика была перегрета. Да, все везли и деньги, да, там, со всего мира и тому подобное, и это надо было куда-то распределять. Поэтому он хотел распределять в том направлении, где ему было бы что выгодно. Но Трумэн это все поломал. Вот, сложилась биполярность, которую сами американцы признали. Они хотели сначала с помощью атомной войны, на этот дропшот и так далее уничтожить. Потом мы создали свою атомную бомбу. И помимо воли Соединенных Штатов Америки, того самого Гарри Трумэна, возникла биполярная система. И она спасла мир от большой термоядерной войны. Потому что это был баланс, да, взаимное устрашение и так далее, и так далее. И мы сдерживали американцев. И в этом смысле мир мог тогда более-менее жить спокойно. Значит, с этой точки зрения, если мы сейчас создадим такой же баланс сил с кем-то, ну, это тоже одна из предтеч спокойного развития международных отношений. Но лучше бы, чтобы не было противостояния. Лучше бы было, чтобы Соединенные Штаты Америки деформировались каким-то образом, или преобразовались, или деформировались, неважно. Чтобы исчез этот извечный конфликт и этот противник. Тогда баланс сил будет, ну, скажем так, на экономическом уровне. Удивительным образом мы возвращаемся к ленинской политике мирного сосуществования. Три постулата, даже один постулат я вам приведу этой политики. Ленин предлагал, чтобы соревнование с капитализмом было только в сфере экономики. Давайте докажем, чья модель экономически более совершенна. Поэтому мы не должны мешать капиталистическому развитию, а вы не должны мешать социалистическому. Все. Посмотрим, кто лучше. Да, кто лучше? Кто не пошел на это соревнование? Кто этого испугался? Капиталисты, Запад. Поэтому, если мы сейчас выйдем на эту же модель, а мы сегодня, давайте посмотрим, что сейчас происходит. Китай – это какая страна? Это социалистическая страна. Это далеко совсем не капиталистическая, как некоторые пытаются ее изобразить. По сути дела, Китай осуществляет политику НЭПа, вот ту самую ленинскую политику, новую экономическую, да? Совмещение капиталистических методов управления ради социалистических целей, да? Социальной справедливости. Замечательно. Это и есть гибкость в политике. Ну, а остальной мир, давайте посоревнуемся, кто лучше. Давайте, естественно, покажем, да, как бы вот с точки зрения, создадим нормальные условия, никому не будем мешать, посмотрим, какая модель лучше. Как некий конкурс при выборе, там, поставщика, там, предположим. Кто лучшую власть поставит для человеческой цивилизации. И такой баланс сил, он будет избавлен от конфликта, от вражды, от войны. Понимаете, в чем дело? Ну и чтобы закрыть вот эту тему уходящего гегемона, хотелось бы услышать ваш
ну, может быть, осторожны, но все-таки прогноз по поводу предстоящей президентской гонки в США. Многие возлагают надежды на Трампа, которые в первую очередь связаны с тем, что он якобы может прекратить конфликт в Украине, как он обещает это там буквально за сутки. Ну а как вы считаете, вот, что ждет Америку в период предстоящих выборов? Ну, в вашем вопросе тут куча вопросов, да, заложено. А можете это начинать с того, который нравится. Да. Ну, первое, может ли Трамп прекратить в один день? Может. Очень просто. Нажимает кнопку, вызывает министр финансов, министр обороны, говорит, что с завтрашнего дня все поставки на Крым прекратить. Через неделю все закончится. Вопрос в том, дадут ли мы это сделать? Я думаю, что Трамп извлек соответствующие уроки своего первого президентства, да, когда он, так сказать, выпустил вожжи управления, потому что это же чисто еще и организационные вопросы, как управлять, да, страной, администрацией своей. И в свой второй срок он сможет сделать все, что захочет, если он этот второй срок у него будет. Вот. Вот. А если будет или не будет? Ну, знаете, я уверен, что выборы и 2020 года Трамп выиграл. 100%. Если вы посмотрите, какие там были применены технологии, почтовое голосование, мы видим с вами яркие подтасовки, да, которые, так сказать, политтехнологу даже не надо разбирать, по названию понимает, что к чему. Поэтому ощущение того, что было украдено у них выборы, были и у республиканцев, и у простых людей, поэтому они шли на Капитолий и так далее, и так далее. И поэтому это было ощущение и у Трампа, естественно. Ну, еще, знаете, так уже немножко возвращаясь назад, я тогда говорил, еще как только Трамп стал, и когда президентом, да, когда на него этот Deep State начал наезжать, я говорил, что у Трампа есть один шанс, можно где-то даже в архиве посмотреть. Это напрямую обратиться к народу, через голову этой системы. И народ бы его поддержал. То есть он должен был получить карт-бланш на реформу политической системы Соединенных Штатов Америки. Не на революцию, там, да, не какие там перевороты, а карт-бланш на то, чтобы вот убирать этих сюда, наоборот, да, расставить под, все по-другому. Он этого не сделал. Он рассчитывал, он еще слабо надеялся на американские демократические процедуры. Вот эти процедуры его и кинули. Он пошел на выборы, а в выборах смухлевали, и он ничего не смог доказать. Проще, да, как бы по-простому рассказать эту историю. Что сегодня? Естественно, Трамп все это понял, как разумный человек, он понимает уже, что к чему, что, какие ошибки он допустил, и чего не надо делать, когда он станет второй раз президентом. Поэтому он стал в 100 раз опаснее, чем был до того. Проще говоря, он раньше был наивным дилетантом, а сегодня он будет озлобленным профессионалом. Вот почему так не хотят демократы допустить его к власти. И единственное, что, так скажем, вот, инвариантность заключена в этом вопросе. На что готовы пойти демократы для того, чтобы не допустить Трампа к выборам? Здесь может быть все что угодно. Вы знаете, что в Соединенных Штатах Америки даже президентов убивали. Не говоря уже о кандидатах в президенты. Так что здесь... Если учесть, что ФБР, да, прямо скажем, в свое время выступало, даже когда он был президентом, выступало против него. Одним словом, сейчас столько ингредиентов, да, заложено, столько неизвестных в это уравнение, что сейчас, прямо так сейчас сказать, кто победит. Если бы процесс шел естественным путем, демократично, как это положено, я уверен, что Трамп победил. Но ключевое здесь, да, если бы... Позволят ли ему? Но США — это не единственная страна, которую в будущем году ждет электоральная кампания. Здесь можно вспомнить еще и, ну, близкую нам Украину. Хотя там с выборами ситуация пока еще очень неопределенная, но, насколько я понимаю, выборы все-таки могут состояться. Андрей, вы смеетесь? Какие выборы на Украине? Ну, по крайней мере, то, что назовут выборами, во всяком случае. Это другой разговор. Значит, если захотят сменить Зеленского, ему американские кураторы, да, а по, судя по всему, они хотят сменить. Ну, надо же на кого-то свалить все провалы, да. Значит, есть два способа его сменить. Сделать из него героя, да, то есть, грубо говоря, светлый образ, да, и похоронить.
Ну, это надо совершить политическое убийство, да, или там что-то придумать, или там изобразить, да, какую-то провокацию. Никто не поверит. Вот сейчас в этих условиях никто не поверит, что какие-то там российские, да, спецназовцы пробрались там и так далее, разобрались с Зеленским. Во-первых, такой задачи перед российскими войсками никто не ставит. А если бы они хотели, они бы уже давно... Да, они бы это сделали уже давно. Поэтому никто сегодня уже не поверит, на Западе даже в это, понимаете, в чем дело. С этой точки зрения, это бессмысленная операция. Значит, какой вариант? Так, либо верхушечный переворот, там Залужный, да, смещает, государственный переворот. Но тогда это дискредитирует окончательно киевский режим. И так все говорят, что он коррумпированный, да, а теперь там еще и разборки, они друг друга скидывают, там, держат друг друга за чубы, там, и так далее. То есть, опять же, пиаровский провал, да, так скажем. Ну тогда давайте придумаем что-нибудь такое с выборами. Идея с выборами, она, это идея от отчаяния, потому что ни в одной стране мира выборы в период войны не проводятся. А здесь еще знаете, какая сложность? Mm-hmm. Крым и Донбасс, они считают своими территориями. Да, и как они там будут считать голоса? Да, да. То есть тут по всем показателям, но мало ли что, кто сейчас обращает на законы? Как может НАТО, например, да, говорить о вступлении Украины в НАТО, когда там у них записано, да, правило о том, чтобы не принимать в состав государства, у которых есть какие-то территориальные споры? Или как можно расценивать, значит, заявление фон дер Ляйен, что в Европейский Союз принимают Украину? Она что, соответствует? Вот вспомните, когда был Янукович, да? И Януковичу это была совсем другая, пока еще процветающая, ну, по крайней мере, по сравнению с тем, что сейчас происходит, Украина, да? И ему выкатили, как сам Янукович признавал, 750 страниц требований, которая Украина не соответствовала, которая должна была выполнить. Это та еще Украина. До войны, до развала, до сейчас потери территории. Эти 700 страниц на 3, а сейчас принимают. Нет ни промышленности, ни производства, энергетическое. Даже сами не производят. На 50% энергетика уже уничтожена. Что вы принимаете? Это все равно, что тащить, извините меня, там, кстати, покойника, да, и садить за стол, ну, там, кстати, пообедать с живыми людьми. Ну, это же нонсенс. Но они на это идут. Значит, изобразить можно все, что угодно. Но это не будет ни выборами. Так же, как Украина никогда не попадет в Европейский Союз. Так и выборов на Украине никогда не будет. Смена власти на Украине может произойти одним способом. Она там должна, эта власть, исчезнуть. Все. Как? Это другой разговор. Это могут сделать российские войска. Это может быть внутренний, настоящий. Переворот, революция, да, настоящая, истинная, украинский народ поднимется и скажет, хватит, мы не терпим больше этих фашистов и тому подобное. Но никаких, так скажем, иных способов смены власти на Украине не существует. Можно поменять фамилии, можно поменять там фотографии и так далее, но это будет все та же самая власть. Это будут все те же самые марионетки. Ну, это тысячу раз проходили, те же американцы тысячу раз проходили. Лисинман во Вьетнаме, там, меня, Стресснер, еще. Я же не буду вам всех перечислять. Кого они там меняли, Батиста там и поехали. Это все их ставленники, Папа Док, да, и поехали. Это одни названия сами себе говорят. Вот. Ну, там тоже изображали какие-то выборы, якобы демократические. Но все же отлично понимают, что это просто-напросто марионетки. И там тоже этих политиков делали защитниками демократии, а потом превращали в диктаторов. Да. А потом же и убирали. Или не смогли убрать, удирали, бросали. Ну, это одно из двух. То же самое произошло в Афганистане. Помните, сколько носили с этим афганским режимом, да, значит, во, какой демократия, там, т.д. Вот тот же потом Байден сел, ну, грубо говоря, не он сел, да, но сказал, удираем. Все побежали. И пришли талибы. Ну, все. Где демократия, где эти устои, где эта армия афганская? Ничего уже не существует. Что вот с учетом всего вышесказанного ожидает Украину в будущем году, вот вы как считаете? Насколько, или, наверное, вопрос, наверное, корректнее поставить так. Насколько Россия близка к достижению целей, заявленных в СВО? Я могу вам сказать очень четко. Все зависит только от России. Все игроки, знаете, как в карточной игре, все козыри уже выкинули. Все козыри у Путина, а он их не показывает. У него в колоде, в руках там есть эти козыри, и никто не знает, с какого он может пойти. Он может пойти так, он может пойти так. У него сейчас абсолютно оперативный простор. И он просто-напросто выжидает самый удобный момент и самый удобный вариант развития событий. Но цель, она определена, он ее никак не отказывался. Пусть никто не надеется.
денацификация, демилитаризация, ну и демократизация в истинном смысле этого слова. Мы хотим дружить, но с кем дружить? Понимаете, в чем дело? Не с теми, кто изображает из себя, значит, там, братьев и тому подобное, а потом сует тебе нож в спину, да, или хает тебя на всех углах, или кричит, что нагиляк у вас. Это что, друзья? А ведь каждый раз, через какой-то период, цикл времени, значит, украинцы, так сказать, вот эти украинские националисты, или как угодно их называйте, занимаются этими вещами. Как было с Белоруссией. Рецидивы, да? Постоянно, да. То есть здесь прошло несколько раундов минских соглашений, так называемых, а потом после 2020 года Украина чуть ли не первые европейских стран начала вводить санкции. Абсолютно верно. Первая ввела. Мы ей протягивали руку помощи, мы давали способ ей спастись, сохранить территориальную целостность. Ведь уже и Путин тот же признал, и Лукашенко об этом сказал, что фактически речь шла о том, чтобы инкорпорировать. Ну, ввести обратно и Луганск, и Донецк. Но только на условиях таких, чтобы там люди могли нормально жить, говорить по-русски. То есть сохранялась бы граница территории. Нет, мы умнее. Вообще украинцы считают себя умнее всех. Даже умнее Байдена, смею вас заверить. И умнее американцев. Украинцы думают, что они используют американцев. А американцы думают, что используют украинцев. Ну, в этой кампании может получиться что-то хорошее. Каждый друг друга использует. То, что звучит страшно. Да, да. Но да, здесь вы, ну, совершенно справедливо заметили, что в данном случае, ну, все зависит от России. Но есть же еще и другие факторы. Например, смена вектора или смещение внимания на конфликт на Ближнем Востоке. Это ведь тоже так или иначе может повлиять на события в Украине. В плане поддержки, во всяком случае. Ну, уже влияет. Ну просто, опять же, это действие импульсивное. Я уверен, что этот конфликт, он, кому он выгоден? Старый вопрос римского права. Кому выгоден этот конфликт? Хамасу? Нет. Хамас теперь поставлен на грань гибели. То есть Хамас либо сам себя подставил, либо его кто-то подставил. Израилю? Ну тоже как-то, извините меня, может быть, сейчас Израиль как бы подумает, что он решил эту проблему Газы, да? Но через какие жертвы? Через какие имиджевые потери? Давайте вещи называть своими именами. Если Израиль до того, со своим Холокостом, да, со всеми своими проблемами, он представлялся как некой вечной жертвой, да, то сегодня как Израиль выглядит? Так рост антисемитизма, да, во всем мире. Он вызвал рост антисемитизма во всем мире. Евреи, я уже где-то сказал, что евреи во всем мире живет больше, чем в Израиле. Понимаете, в чем дело? Ну, их не зря называют разделенные нации. Да. Если вы хотите защищать евреев, то, извините меня, вот вы в израильском правительстве, вы в Тель-Авиве, вы должны думать не только о тех евреях, которые живут здесь, у вас под боком, но и которых вы можете защитить, конечно, там, я не знаю, Цахал у вас есть, там еще какой-то купол и так далее. А миллионы евреев, грубо говоря, которых вы не сможете защитить. Я не знаю, я не буду называть конкретные страны, где могут начаться еврейские погромы. Вы что провоцируете? Вы, как бы борясь за безопасность еврейского государства, подставляете еврейский народ. Но это же нонсенс, согласитесь. Поэтому тут явно непродуманная, да, с точки зрения израильских властей, политика. Я в этом уверен, что и Израиль не был инициатором этого процесса. А кто тогда был? Ни Хамас, ни Израиль. Кто? Ответьте, угадайте с трех раз. Здесь ответ очевиден. Очевиден. Байден, которому нужно было отвлечь в предвыборный год от провала на Украине и придумать какую-нибудь еще историю, поднять вокруг еврейского вопроса, как он думал, что в США всегда за Израиль выступают, сейчас будут поддерживать Байдена, Байден, значит, резко выступит за Израиль, и все, его, значит, рейтинг поползет вверх. Тоже не получилось, потому что это тоже надо уметь делать. Уже не с его мозгами и не с его физическими возможностями заниматься подобной политической эквилибристикой. Вот и все, и он провалился. Поэтому, скажем так, остается только ждать, что он придумает какой-то еще конфликт перед самыми выборами, чтобы отвлечь. И тогда, ну, кандидат Тайвань. Да, самый очевидный. Самый очевидный. Понимаете, в чем дело? И именно поэтому Си Цзиньпин не поехал в Сан-Франциско. Он долго не встречался, не общался с Байденом, да? Несмотря на все искупления, он поехал проверить, пощупать Байдена, да? Вот на эту точку. Чтобы его потом опять обозвали, да, диктатором. Да, понимаешь, что дело? Но он, Си Цзиньпин, ответственный политик, ему плевать, да, на эти мелочи, и иногда он может наступить и на собственную я, на собственную гордость, ради того, чтобы понять, чем дышит этот человек, на что он способен. Предупредить его в конечном счете.
Не уверен, что там был соответствующий разговор. Что если вы то-то, мы то-то. То, что там коммюнике и прочее, это одни вещи. А когда в личном контакте, поверьте мне, значит, там можно было бы сказать такое, ну, чего Байден должен был бы понять. Ну и здесь не могу, опять же, не спросить у вас о выборах, но уже прошедших, которые завершились в Польше. Их парламентские выборы, когда правящая ПИС потеряла свое большинство в парламенте, там, насколько я понимаю, сформировалась коалиция оппозиционных партий, и в итоге партию Качинского выбросили из парламента фактически. И здесь хотелось бы узнать ваше мнение, а что ждет Польшу в плане отношений с нашими странами, с Белоруссией, Россией? Изменится ли как-то это отношение или останется прежним? Или, может быть, даже ухудшится? Я считаю, что Польша сейчас будет занята своими внутренними проблемами. И это следствие такого психоза, русофобии, да, и попытки изобразить из себя нечто великое, да, есть такое понятие, вечно вчерашнее, да, вот, а поляки это вечно позавчерашнее, значит, Речь Посполитая, извините меня, когда это было, они сами уже не помнят. Это не попытки изобразить, они свято верят. Да, свято верят, да, но я не думаю, что простые поляки в это верят, может быть, кому-то там и задурили голову. Но простому поляку нужна спокойная жизнь, работа, торговля, там, еще что-то. Поляки хорошие там, торгаши, да, и так далее, и так далее. Это им нужно. А то, о чем они вспоминают сегодня о Великой Польше, это была задача шляхты. Покажите мне эту шляхту, покажите мне это дворянство польское. Где оно? Да нет его уже, даже физически. То есть вы, извините меня, будучи обычными мещанами, буржуа, пытаетесь взять на себя то, что, извините меня, вам по крови не положено. Вы что, гусары там или что, и так далее. Не исключено, что они видят себя. Ну, они могут себя вообразить, но они таковыми не являются. Вот и все. Поэтому это время прошло, поезд уехал давным-давно исторически. Не надо впрыгивать в тележку, которая катится назад. Что ж, Вадим Алексеевич, спасибо вам большое за эту беседу, за выделенное время и за ваши интересные и развернутые обсуждения. Ну, будем надеяться, что вам это понравилось, а самое главное, что это все сбудется в правильном русле. Взаимно. Спасибо. До свидания, всего хорошего.